подписчики. Ты не заснял, да? Нет. Ты не заснял. А что там было? Во-первых, там нормальный трактор был. А потом она еще вылетела выше головы. Вообще. Аляшечка, не напрягай, это все. Короче, выбрали сайт у нас. Раз, два, три. Монахи. Раз, два, три. Раз, два, три. Так как ты умеешь накататься. Вообще кайфую сегодня. Давай, Трюк. Десять трюков за 10 минут. Че, в минуту по трюку это слишком. Это беспощадно. 9 минут осталось уже, да? Я еще не знаю, где. Страховат. Сразу, сходу, без склейки. Смотри, вообще без остановки. Наваливаешь, наваливаешь, да? Ой-ой-ой-ой-ой! Лежай. Проехать. Все, я полетел. Темно, там еще не темно у тебя? Я уже красный. Если какой-то на видео. Красный, видно. О, хороший трек сейчас раскачается. Прям заводной такой. Максим Сергеевич Круглов учил. Больше воска. О, вот она, бразильская система сразу пошла. Мне Виталик, короче, говорит, можешь побазарить с подписчиками, говорит, я стесняюсь, говорит, а я тут говорю, привет, подписчики, напоминаю вам, там, подписочка на канал Виталика, он любит ваши лайкосики, чики-чики там, старается для вас, делает контент, так что лайкосики не забывайте свои, и подписку, конечно. Я вообще, я с Виталиком, да? Он носится на таких ходах, я просто не успеваю. Да, смотри, я балерина, слышишь? Я вообще так все быстро вообще. Короче, носится он. Я заснял хреново. Я хреново. Че ты, Сань, расскажешь? Или мне опять рассказывать? Твой блог, ты рассказывай. Сейчас доберу, смотри, сейчас доберу. Ой, чуть не ушел с трассы. Не фартануло. Турист, пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Не фартануло, не повезло. Лотерея. Че творит, че творит? Выживай, ёпты. Фигурное катание на роликах. Мне флай проще дается. Сегодня мы бразильская система, сегодня мы в стрите.
Тренируем Виталика кататься. Кататься в стрите. У меня ничего нет. Блин, я не могу привыкнуть, я всегда выключаю камеру, как будто мы файл снимаем. А мы же блогеры, мы должны не останавливать камеру вообще, просто нон-стопом. Пилим контент для вас, подписчики. Чё? Давай, короче, попробуем. Ставишь за мной? Да. Всё, я передумал. Не твой уровень, дорогой. Контент. Я уже вспотел. Чего ты снимаешь? Я бегаю за тобой, и я устал. Раз не так просто. Поехали. Поехали. Знаешь, что мне нравится? Что есть вот этот вот. Сальтуху давай. Поехали. Сразу. Пошел, сальто. Пошел, сальто! Тебе самокатеры аплодируют. Это высшая... Можешь пойти потом свечку поставить. Высшая, что ты мог заслужить, похвала. Это аплодисменты самокатеров. Ты что-нибудь покажешь? Я устал. Ты чё, блин? Не иди себя как тряпка. Будь мужиком, Сань. Давай. Саня сказал, вообще бешенство будет. Сейчас будет вылетать. Так, ладно, это где-то попытка четвертая. Сейчас Саня точно должно все получиться. Короче, Саня все не прет. Попытка у него идет сейчас где-то 15-я. Короче, как всегда, Саня меня злит. Ну ладно, кататься он умеет, поэтому я его разозлил, что он не умеет кататься, поэтому он и бесится. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, кому оно как зашло. И ждите следующего видео, оно будет скоро.